В этот раз водителей на улице Самары останавливают не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить с Днем автомобилиста. Сегодня госавтоинспекция вас искренне поздравляет. Желать вам самое главное не нарушать, соблюдать скоростной режим, хорошего настроения. Дарит вам... Будем стараться. Хорошо. И дарит вам вот такой вот памятный подарок. Большое человеческое спасибо. Я знаю, что я не нарушал, и я вообще стараюсь этого не делать. Сотрудники госавтоинспекции провели блиц-опрос для водителей, а за правильные ответы вручили подарки. К сожалению, в отличие от других праздников, этот день бывает далеко не один раз в году. День милиции, день водителя, день десантника, день жестянщика. Правильно. Владимир Соловьев получил термокружку от ГИБДД. С наступлением холодов она будет напоминать о смене летней резины на зимнюю, чтобы водитель не отметил тот самый день жестянщика, который традиционно случается в конце октября, начале ноября, а спокойно отпраздновал День автомобилиста. Его принято отмечать в России в последнее воскресенье октября. В честь этого праздника сотрудники ГИБДД традиционно проводят акции на дорогах, поздравляя водителей и в очередной раз напоминая о необходимости соблюдения ПДД. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения. Мы призываем всех водителей соблюдать правила дорожного движения, следить за состоянием своего автомобиля и прежде всего водить с уважением и заботой о других участниках дорожного движения. Мы желаем всем водителям безаварийных и приятных поездок, надежных дорог и отличного настроения за рулем. Каждый год растет количество людей за рулем, управляющих автотранспортом. Каждый год увеличивается трафик по городу. И наша с вами внимательность не только в этот день. Она будет способствовать тому, что город будет становиться безопаснее и безопаснее. А нашим сотрудникам ГИБДД за это огромное спасибо. Помимо права управления автомобилем, водительское удостоверение подразумевает многочисленные обязанности и высокую ответственность. А от соблюдения ПДД зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.